Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Василенко. Моє вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 98FM». Власне, в цей час, о 21.30, з понеділка до п'ятниці, у мене Київ інтерактив. І разом зі мною сподіваюся, ви з нами на радіо на Київ 98 98FM» І у Ютубі на сторінці радіо теж Київ 98 98FM». Легко запам'ятати. Так само легко підписатися. Ну і оці штуки, пальчики вгору Я обожнюю. Тому. Ставити все, що треба. А тут весна, вона дещо забарилася. Але я вирішила, що щоб її закликати, треба поговорити про моду, треба поговорити про стиль. Треба поговорити про все те красиве, без чого взагалі нереально. Уявити весною дівчат. У нас уже чоловіки почали говорити про те, що дівчатам вже варто роздягатися, а вони не хочуть цього робити. Ось такі гендерні стереотипи досі існують у світі, але ми будемо говорити про інший гендерний стереотип про красу. Про красу говорити можна завжди, тому в мене сьогодні гість дизайнер одягу, шоумен, людина, яка все може розказати про моду, розбирається в тій моді. Жан Грицфельд. А я, Всім вітаю привет, это я да, это Отже, я. Жан Работу як е, твоя. душа дизайнера, когда коли проходиться вулицями Києва, Вона нормально реагує на увесь той несмак, який іноді бачить перед собою. Ну, от, приміром, я викладач техніки мовлення. І Нічого. був певний час, коли, коли людина починала говорити, або я десь щось чула. ну, Я ледь стримувала Ви себе. тих, Хто все-таки немножко ісправляє, справляє, да, коли зараз вже мов все. Так, поняла, поня. От щодо того, як одягнена людина, яка йде перед тобою, ти якось. реагуешь уже, или не реагуешь? Ну, честно говоря, я не замечал за собой какие-то такие четкие моменты, но я вот недавно приходил тоже на встречу и девушки говорили: "Слушай, мы так переживали, готовясь перед встречей, не знали, что надеть". А я волей неволей все равно я, конечно, прохожусь с головы до до пят взглядом. Но, наверное, это все-таки профессиональная такая история, без которой ты уже не можешь. Но уже глаз заточен, что ты все-таки воспринимаешь не не говоришь, о боже, как они как, как они сегодня вырядились. А ты просто пытаешься понять, почему так. Потому что действительно хватает персонажей, которые любят ярко у нас одеваться. Не всегда это стильно. Но, наверное, в принципе, мне всегда казалось, что в Киеве есть. Стрит стайл, потому что каждый город, каждая столица, которая позиционирует себя как э, там, где развивается мода, и в принципе, да, где есть вот этот импульс к развитию есть некий зародок, да, зародыш вот этого стиля. Но когда я спрашивал у иностранцев, э, тоже потому что свой взгляд уже чуть-чуть замылен, у иностранцев, скажите, вы видите стрит-стайл э, по-украински какой он? Все говорили, нет, знаешь, в Украине нет стрит-стайла. Но только вот точечно, когда неделя моды, наверное, приходит, потому что есть модницы, которые действительно диктуют стиль, которые умеют это показывать, и на которых, которыми мы вдохновляемся, на которых смотрим, но их, конечно, несказанно мало. Но все развивается, и я уверен, что вот мы какой-то вклад тоже делаем в это развитие. Ну, мы можем говорить про стрит стайл, як напрямую, али в киянки, або кияни, як mm -hmm. чоловіки, вони стильно одягають, ну, вот а я надену все лучше сразу? Мне как-то везет, и я, честно говоря, прогуливаясь, особенно там после каких-то рабочих встреч, да, или после примерок по улице, у меня шоурум в центре на Владимирской, всех, кстати, модницы и модников приглашаю к себе в гости, у нас такой новый формат фэшн-бункер, то есть место, где ты чувствуешь себя безопасно в небезопасном мире, это очень актуально, и там, COVID -19 да, там, там мы сможем поработать как раз над этим. Но вот особенно передвигаясь в центре, мне, конечно, очень Часто попадаются люди действительно круто выглядящие. Понятно, что кто-то, кто-то из них какой-то процент да это иностранцы, которые все равно привозят вот эту э, культурную составляющую сюда и показывают ее и демонстрируют дем... э, демонстративно Но молодое поколение Z, оно все-таки не лыком шито, скажем так. Оно поездило, что... и оно привезло. Оно поездило, а главное, они по, оно посвайпало, я бы даже сказал. <свяк> оно по-своему поездило. <свяк> да, по-своему поездило, потому что это люди, выросшие да, на интернете, выросшие в телефонах, а в телефонах ты, конечно, при желании можешь узнать все. У меня сейчас работает ассистентка, которая в 13 лет освоила фотошоп, в 13 лет. Я в 13 лет игрался в песочнице еще, А они как-то, они действительно очень быстрые, но тут есть другая проблема, что они, они иногда в этой скорости не замечают вот этой красоты жизни вокруг. Шелест листика, э, да, вот проходящую какую-то шелковым э, шарфиком даму. Не знаю, но вот такие простые радости, в принципе, на которые э, тоже современное время нам указывает. Это тоже тенденция. Вот э, обращаться к простым какой-то, какому-то лаконизму, в противовес, опять же, все чуть соскучились за вот этой жизнью, когда мы могли гулять ночи напролет, потому что Киев все таки очень тусовочный город, и у нас какие-то мероприятия, да, ивенты, светские рауты, они происходили достаточно часто, мы уже там думали, выбирали, куда же сходить, нет, туда пойду, сюда не пойду. А сейчас люди голодные, мы не так давно сделали презентацию... Эм, Фильма о Киеве, о, в городе, о городе, в заточении которого мы оказались. Я вот сегодня тоже, видите, в частичке из этой коллекции на радио Киев в Майке Киев. <laughs> все совпало. А детальнейший мне про цей фильм, про Киев, это про моду Киева, чи про что это конкретно? Это такой, эм, такой формат. Эм, режиссер Тарас Голубков, известный клипмейкер, который работает с нашими звездами шоу-бизнеса, в том числе, он э, побывал на моем показе, вот когда произошла эта презентация, это было летом, и он очень вдохновился, а тема была как раз посвящена Киеву, потому что мне показалось, что когда, как не сейчас, сделать проект на эту тему, потому что э, мы все живем, да, но действительно глаз замыливается, и не то чтобы мы не умеем вдохновляться тем, что у нас под ногами, но мы как-то не приучены к этому. Мы все-таки любим, да, где-то подсмотреть за чужим, э, за, э, за соседями, чем разобраться сначала со своим. И вот пришло время подразобраться со своим бытом, со своим городом, понять вообще, почему так, э, зачем мы здесь. Он очень много нам дает, честно говоря, для реализации. И надо э, было воздать ему честь. Но с моей стороны так почувствовалось. И он пришел с этой идеей, он написал сценарий, в котором был и Гоголь, в котором был и Булгаков, и молодой Шевченко, который выступал не как поэт, а как художник, и говорит: давай сделаем. И мы сняли этот фильм вот буквально в пятницу, в эту пятницу, когда была снегопад, да, весна действительно еще не спешит к нам в дом, но мы ее очень ждем. Мы сделали эту презентацию, и я почувствовал, как люди круто на это отреагировали, наверное, потому что это было своевременно. Возможно, потому что все очень соскучились за вот этой живым обменом энергии. Безусловно, все было безопасно, да, и все были в масках, и мы соблюдали какие-то меры предосторожности, но хочется собираться, потому что именно вот в этом э, коллективной энергии рождается настоящее творчество, которое способно менять пространство вокруг себя. До речи, чего тебе не хватает у киевских модниц? Uh, наверное, смелости и свободы. Смелости быть яскравыми, не схожими на других? Да, вот у нас есть такая проблема подражания. Особенно на острый, поскольку я работаю, ну, в том числе, я уже упомянул со звездами шоу-бизнеса, я всегда очень остро это воспринимаю, что все хотят быть немножко кем-то, но не открывать, не задавать тренд, да, грубо говоря. То есть все хотят быть как Ариана Гранде или там как Ники Минаш. Ну, понятно, что мы вдохновляемся Западом, и этого у нас не унять. Но я всегда топил за то, чтобы все-таки, будучи в профессии, которая диктует правила, а не следует ими. Я привык вот именно так. И я очень хочу, чтобы клиенты и женщина, да, которая ко мне приходит, она тоже хотела этого. И пускай, может быть, не умела, но у нее было вот это желание, Говорят, что желание это даже круче, чем шаг, который делаешь ты э, навстречу. Потому что оно уже есть этим шагом. Желание меняться, желание быть разной, э, желание... Потому что у наших женщин это все есть. У нас они очень талантливы, действительно очень красивые, самые красивые. Э, действительно но вот иногда не хватает знаний, как применить это на практике. Приходите с знаниями за нас, потому что сейчас еще и эпоха действительно шеринга информации, когда есть о чем рассказать, когда надо говорить о важных вещах, о простых вещах. И как бы банально они ни звучали, именно в них и есть, кроются все разгадки. Я як людина, яка пережила 90-ті, сподіваюся, <суміло> вдало пережила, я розумію, мода циклічна, і вона повернулася саме зараз. Але yeah. який був мій шок, коли я зайшла до торговельного центру і починаю ходити магазинами? І я розумію, що все навколо оверсайз, а я ненавиджу оверсайз. Ну, одна-дві речі yeah. добре, вони yeah. мають бути yeah. в гардеробі yeah. будь-якої дівчини. але... Я понимаю, для чего они это да. делают, потому что да. поколение Z решило, что так они приховают плюс 10, плюс 20 набранных за это карантин. Как ты ставишься до этого оверсайзного буму? Вообще, интересно, вы, кстати, недавно об этом тоже общались, о том, что, наверное, она еще, эта мода, не скоро уйдет, потому что это действительно очень удобно для того, чтобы поскрывать какие-то... Да, но это так негарно. Но, смотря на ком, я люблю... Но, э, понятно, что... Э, вот когда это только пришло, и я помню, что тоже клиентки, они очень с опаской к этому относились, потому что никто не знал, как это носить и как это подавать. Но когда у тебя действительно есть какие-то моменты, которые тебе хочется скрыть и которые надо быстро, да, скрыть, но при этом круто выглядеть, оверсайз всегда спасает. И это пока тенденция, и мы ничего с этим не можем сделать. Чем она еще хороша, тем, что в принципе Сейчас эти же тенденции, они тоже рождаются не просто так Вот я сразу даю лайфхак о том, что Почему оверсайз? Потому что он э, направлен на то, чтобы где-то скрыть, но в то же время и защитить себя И все это от того, что происходит в мире, да? Почему сейчас стали модны перчатки? Опять, да, вот этот королевский аксессуар, можно сказать Который... Э, ну, монарших кровей привыкли носить, там, леди на, на раутах, на каких-то, да, э, э, своих, э, своих Ты мероприятиях. Ты сейчас на увазе, чтобы женщину не разглядали как сексуальный объект? И это тоже. Момент защитить себя посредством одежды, многослойность, оверсайз, закрыть лишние, э, э, да, обнаженные э, части тела это все продиктовано тоже вот да, вот этим моментом информационным, который это все несется, который несут из разных источников. Потом есть, но в противовес этому какой-то монохром, то есть одноцветность, тоже момент защиты определенный. Каждый цвет, но вот ближе к весне и к лету, вот сразу, недаром у вас, видите, вы, вы в тренде, потому что оранжевый, кстати, это сейчас будет цвет, который очень популярен оранжевый фуксия что-то очень яркое то что дарит э, вот это настроение и есть такое выражение лечить цветом и сейчас даже есть э, цветотерапия я знаю а вы можете легко это делать не обязательно идти к специалисту можно грамотно просто подобрать себе гардероб теперь я разумею чему у меня есть все оттенки червоного у помадах Красний кстати, теж кстати, сьогодні в тренді. Я нагадаю нашим слухачам, нагадаю нашим глядачам Київ інтерактів. Ми сьогодні про моду говоримо. Жан Гріцфельд сьогодні у нас у гостях, він дизайнер одягу, він шоумен, він допоможе вам розбиратися у тому, що у цій моді відбувається, що вам подобається, що ні, а ви можете все це комбінувати. Одягатися стильно це обов'язково слідувати моді. Абсолютно нет. Понятно, что мода где-то это тоже коммерческий механизм, который заточен на то, чтобы продать и где-то, может быть, чуть-чуть навязать, да, чтобы эти продажи произошли. Но при этом все равно это все фильтруется через творца, да, через дизайнера, который свои задачи решает вот таким вот путем творческим, да, демонстрации своего видения современной женщины, своего видения стиля. А ваш уже считается, в принципе, безвкусицей, когда ты надеваешь тотал лук точно так же, как дизайнер представляет его на подиуме. То есть это такое, у нас в кулуарах есть момент, что мы, когда видим, ой, она оделась в подиумный лук, это как бы не круто. А ну, а это наипростейше. Взял фоточку, у да. меня ОЦ, ОЦ да, и ОЦ. Да. Все так и делают, в принципе, действительно. А потом забивают, сколько я работал с гардеробом, и ты иногда просто выбрасываешь все, потому что люди э, берут вещи, которые невозможно носить друг с другом. А сейчас все тоже приходит к капсульности гардероба, то есть это вещи, которые сочетаются один с другим. Это может быть жакет, рубаха, брюки, шорты лонгслив или какой-то гольфик, и при этом ты можешь круто выглядеть как и на работе, так и добавить, добавив аксессуары, классно провести вечер с друзьями или подружками где-то в ресторане. То есть такой базовый гардероб, который поможет тебе абсолютно все сделать. Да, но при этом, конечно, дизайнерские вещи помогают что? Бренд Жан Грицвельд вообще про вот эту эмоцию, мой бренд про вечеринки, про эмоцию, которые дарят разные Вечеринки. Это могут быть посиделки с друзьями, до да, встречи э, с подругами, где-то в кафе, день рождения, светский раут. Это все про когда на тебя обращены взгляды толпы, если можно так выразиться. И ты всегда становишься центром внимания, немножко суперзвездой. И дизайнерская вещь, она помогает при добавлении. Это может быть не обязательно тот -то лук, да, какая-то деталь, аксессуар, может быть, бомбер или какой-то жилет. Но уже при добавлении этого в свой базовый гардероб ты становишься суперзвездой. А мы все хотим, наверное, вот этого внимания, этого любви, потому что внимание — это, в принципе, то, чем можно зацепить своего оппонента, да, и собеседника, которые говорят, что в течение все таки пяти секунд человек решает, интересен ты ему или нет, и у тебя есть всего там, ну, или сколько, 13, пускай будет 13,5 секунд. Я думаю, что в сучасном свете про 5 ты заговорил прав Правильно. Да, До да, речі, да. Е є такий міф, і дуже багато моїх знайомих і колег ним користуються і доводять мені Дякую, різні аргументи. Це коли сумка і взуття одного кольору. Ні, ні, ми, ми не йдемо на, на поводу. Е не, як бальзам на ну, Понятно, это самый простой путь, и, наверное, почему у нас есть это предубеждение, потому что все-таки наши мамы так делали, да, и когда-то был, был такой поток. Сейчас круто наоборот, когда сумка и серьги, например, когда сумка, э, когда пояс и, я не знаю, но, э, оборка на носочки одинакового цвета. То есть ищите, удивляйте самих себя. Это самый главный принцип. Э в искусстве, по сути, если в театре, говорят, да, чем будем удивлять, то в моде тем более. Сейчас люди хотят удивляться, и действительно, если им скучно, то они просто перелистнут тебя и э, потратят свое драгоценное время на кого-то другого. Ну, конечно, я не могу не спросить про топ-речи этого сезона. Так, Давай да. пятерку выберем, что мы купим, отправляющись да. в шоурум. Да, я думаю, что ну давайте идти от э, э, дыхания времени. Это все-таки, как бы может быть, это было да неудобно, э, больно, но это маска, да, и перчатки. Это может быть в тон, да, какой-то какой -то вашей рубашки, или это могут быть атласные перчатки. Но это могут быть сейчас модно, кстати, гольф, который, рукав, который переходит в перчатку. Даже такая история. То есть это и безопасно, но при этом выглядит очень круто. Потом... Объемы, можно играться с объемами, объемные плечи как раз 80-е, вспоминая, можно перебрать гардероб своих мам. Я не говорю никогда о том, что дизайнерские вещи должны быть, в принципе, вещи, которые круто выглядят, это исключительно дорогие вещи, нет. Вы можете пойти, да, если вы одеваетесь в секонд-хенде, вы можете взять вещь, перешить ее под себя и дать ей вторую жизнь, и это, в принципе, тоже является трендом. Sustainability он называется, то есть тренд переработки определенной. Или это эко ткани, это может быть искусственный мех, это может быть искусственная замша. Это очень круто, и не бойтесь этого, не бойтесь осуждения. Потом яркие, насыщенные моноцвета оранжевый, яркая фуксия, красный мак и цветочный принт. У нас дело близится к весне, да, скоро все зацветет. Наша украинская сакура в ботаническом саду. Мы, конечно же, поспешим туда. И <laughs> чтобы близкие. мы не злились, Роби, что-то я потому что пастель тони, вони уже как то отходит, так? Но да, их можно использовать как базу, но обязательно добавляйте в них что-то. И контрасты такая... Не бойтесь быть яркими. Это всегда очень классно. Даже если вы... Это касается и взутя? Абсолютно. Абсолютно. підбори, чи знову ж таки мы переходимо все, мы все в кросивке, в балетки, чи да. все ж таки мы пидборы По-прежнему остается вот это содружество спортивного стиля. Мне кажется, когда вот тот как настал период, когда кроссовки вошли в моду, уже никто от них никогда не откажется, просто будет раз разновидности. Но единственное, я хочу вас обезопасить от того, что было одно время популярно, вот как раз вы упомянули про 90-е, такие грубые кроссовки, вот, да, огромное. Я думаю, что уже надо, если вы хотите покупать, то, может быть, проинвестируйте в что-то другое, потому что еще вот сезончик, они продержатся, и потом уже будет выглядеть это чуть-чуть не, не, не к месту. Небогато у нас часу залишилось, но перебираючи гардероб, каждая модница что-то выкидывает в сміття. Что у нас с этого сезона летит в сміття? Чего нам не треба С кроссовками? Так, кроссовки больше не будем покупать. Я обожаю. Одно время полюбилась, ну, будем говорить как раз да, о, о сезоне, который грядет. Который у нас на носу, весна лето. Это шлепки, я думаю, с мехом было одно время, знаете, под джинсы носили. Я думаю, что уже надо все-таки их отложить. Я никогда не призываю, прям избавьтесь от этого. Выбросите это. Нет, вы можете отложить и там вернуться потом к этому, потому что действительно, вы сказали верно, мода циклична, и все возвращается на круги своя. Потом. Какой-то такой сопливый трикотаж, знаете, есть э, э, вот такие с, э, свитера водопады со симметричными э, краями. Э, мне кажется, что... Э, их тоже уже они чуть-чуть вот выглядят так. И чуть-чуть из 2005. Ну и последнее, что мы могли сказать: мне одно время стали модные. Вот опять Dior вернула сумка-седло, такая была. Mm -hmm. В принципе, ее сейчас подзатаскали и опять она вернулась. Но, опять же, в случае инвестиций я, наверное, не советую. Обращайте внимание, на что там. Классная, как альтернатива. Сейчас очень мод мод модный патчворк, опять же, от тренда вот этой переработки, да. То есть это что-то, что собрано из разных лоскутков или разных э, форм в одно изделие, разные лоскутки по цвету или по формам в одно изделие. Обратите внимание на это. И будьте, будьте самими собой, самое главное в этом всем. Не, не, э, слепо не следуйте трендам. Если вам это реально не идет, не надо это на себя ä, да, натягивать и говорить, класс, я хочу быть тоже вот такой вот. Нет, это не класс. Классно быть самим собой и классно чувствовать э, себя э, королевой э, стола, в том, что на <пол> тебе в uh, у центрі шоу шоурум Жанна Грицвельда? Владимирская 69, звоните все. Мы с радостью, я стараюсь тоже присутствовать, когда да, ребята приходят в магазин, в шоурум, в фэшн-бункер, консультировать тоже непосредственно, потому что это очень важно, это как у нас такое, я это называю тоже своего рода момент такого пира, когда ты как шеф-повар только стиля э, обязательно присутствуешь рядом со своими гостями, потому что ты и есть воплощение этого духа бренда, да, и ты несешь этот дух. Ну теперь я не буду тебя называть дизайнером, Рома, <свистит> дядя, <свистит> я теперь <свистит> буду называть шеф повара стиля. Сегодня был в проекте Интерактив Жан Гринсвальд. Я надеюсь, что вы получили то, что вы хотели. Я принаймнее отримала. я теперь знаю, как я на весну буду вдягатися. А вы оставайтесь с нами, если вы с нами на YouTube. Пальчики вгору, та. А якщо ви не підписані на Київ 98FM, зробіть це негайно. І якщо ви хочете більше, випишете в коментарях. Мене звати Світлана Василенко. Ми з вами обов'язково почуємося і побачимося. Почуємося на Київ 98FM з понеділка до п'ятниці, о 21.30. До побачення. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.